Казус произошел в конце минувшей недели на праздновании 90-летия Чуйской области в одном из сел Сукулукского района. Как сообщается, в торжестве приняло участие более 10 тысяч человек, в том числе чиновники разного ранга, начиная с главы кабинета министров. Фотография одного из них, опубликованная на следующий день, вызвала бурю негодования пользователей социальных сетей. Погода в тот день не заладилась, и от дождя чиновника бережно укрывает зонтом, вероятно, его помощник. Фамилию, имя, отчество этого молодого баймана в студию, пожалуйста. Красавец. Только простой совсем. С одним всего кулом. Надо кулы иметь побольше, чтобы под голубых кровей подкосить. Говорят, это Нурлан Сулайманкулов, прокурор города Бишкек. Очень ценный кадр, видимо. Интересно одно, почему такой глубоко уважаемо почитаемый человек стоит на своих ногах? Почему такое позволили? Почему не понесли его на руках? В Генеральной прокуратуре не подтверждают, но и не опровергают того, что на снимке запечатлен именно столичный прокурор. Сам Сулайманкулов уже несколько дней для комментариев недоступен. В данное время его нет, он на выезде. Как будет, я насчет вас сообщу и с вами свяжемся. Главный прокурор Бишкека Нурлан Сулайманкулов сейчас выступает главным гособвинителем в весьма резонансном уголовном деле против бывшего руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева и бывшего депутата Хаджимурата Коркмазова. На одном из последних судебных заседаний он запомнился перепалкой с вызванным в качестве свидетеля депутатом Омурбеком Тикибаевым. Ты заранее знал, что ответишь перед судом именно на этот вопрос? Через несколько лет. Верными помощниками, всегда готовыми укрыть своего патрона зонтиком не только от дождя, но и от палящего солнца, пару лет назад запомнилась и экс-вице-премьер-министр Камила Талиева. Подобные фотографии чиновников при такой же бурной общественной реакции опубликовывались и в соседнем Казахстане. В связи с этим интересно сравнить, как ведут себя в дождь не министры и прокуроры, а главы других государств. Например, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин с премьер-министром Ли Кэцянем, президенты Соединенных Штатов Америки и России и даже английская королева. Болот Исаев, Асхат Ибраимов, НТС.